Кудрявые волосы и мини-шорты, фанаты восхищаются внешностью Эммы Малининой. Автор 1.07. 2019. Всегда элегантная и ухоженная Эмма Малинина поразила поклонников фото с отдыха. 57-летняя супруга известного музыканта предстала на снимке без привычной укладки и в мини-шортах. Удивленные потрясающим видом женщины, фолловеры даже не сразу узнали в юной девушке свою любимицу. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Супруга Александра Малинина всегда очень тщательно следит за своим внешним видом. Это в первую очередь заметно по ее элегантным образам. Какой бы лук ни выбрала Эмма Валентиновна, ее отличительной чертой всегда была идеальная укладка. Поклонники никогда даже не подозревали, как выглядит супруга певца с невыложенными волосами. Сейчас семейство Малининых отдыхает на итальянском курорте Форт де Марми, и, конечно, без фотоотчета дело не обошлось. На свежем снимке, опубликованном в социальной сети, Малинина позирует в совсем непривычном образе. На ней надета футболка и мини-шорты, но главной изюминкой летнего образа стала прическа. От былой укладки не осталось и следа, а на голове знаменитости красовалась копна кудрявых волос. «Какая вы красотка, просто кудри вам идут! Очень красивая прическа! Очки и кудряшки обалденные, женщина, без возраста, вам очень идут кудряшки!» Придают нежности еще больше молодят 57 лет, в голове никак не укладывается, от силы 35-40. Ослепительнейшая красота и гармония просто супер. Как же классно вы смотритесь с кучеряшками, просто прелесть, пишут фолловеры. Эмма Валентиновна внимательно изучает комментарии и благодарит каждого подписчика за лестные слова. А вот хейтеры, на удивление, на ее страничку заглядывают крайне редко, чему могут позавидовать многие знаменитости. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка.